Последние штрихи уже из разряда пожеланий жителей дома. Ремонт начался прошлой осенью. За это время заменили кровлю, разместили стоки, поставили козырьки. Мы долго добивались. Вот управляющая компания писали письма везде. Мы писали везде, мы били в двери, так сказать, стучались. Ну и вот, конечно, рады, что у нас все это случилось, все это. Крыша и фундамент – это в здании главное, и коммуникации. А остальное уже… Так что мы очень рады, довольны. Все люди тоже поддержали это все. Кровлю в доме на Стаханова-1 не меняли с момента постройки дома. 5 лет назад она начала протекать. На верхних этажах жители страдали от подтеков на стенах и сырости в квартирах. Выручила программа капитального ремонта жилых домов. Кровля попала. С ноября месяца приступили к капитальному ремонту. Ее выполнили. Значит, был снят старый ковер полностью. Была снята старая стяжка. Сделана полностью новая стяжка. Покрыта новым ковром в 2 слоя, о чем вы можете сейчас увидеть. Сделан новый парапет. Все обшито. Поэтому как подрядчикам довольны, все устраивает. Главное, чтобы устраивал тоже домовой комитет. Вот, все. Значит, деньги, которые люди собрали, значит, пошли не зря. Действительно, мы видим в сегодняшний день работу фонда капитального ремонта. За работу Светлана Михайловна поставила 5. Также в этом году на средства из фонда капремонта заменят еще 1 кровлю, а также 10 лифтов. Крайний срок сдачи работ – лето текущего года.